Здравствуйте, меня зовут Пилипенко Дмитрий, я из города Воронежа. И хотел бы рассказать про книгу «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. В общем, я никогда не любил читать. Мне казалось это унылым, скучным, неинтересным. Чтобы заставить меня читать, нужно было принять какие-то серьезные меры, заставить меня. Но один раз это было добровольно. Я вытирал пыль с книжных полок и наткнулся на такое интересное название, как «Мертвые души». Меня, конечно, это заинтересовало, и я решил прочитать ее. С каждой главой мне становилось все интереснее и интереснее. Потом я стал увлекаться Гоголем. Я стал читать его произведения, прочитал «Ревизор», «Шинель», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Потом я, конечно, стал интересоваться новыми авторами и искать их произведения. Можно сказать, что именно Николай Васильевич Гоголь открыл мне путь в мир литературы. Спасибо за внимание.